вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенка. Глядіть у гэтым випуску. Галовная медицинская будовля. Реконструкция областной дитячей больницы повинна завершиться у другим поугодди. Интеллектуальная борьба. Юбилейный конкурс науково-техничной творчести «Техноинтеллект» собрал у Гомеля талановитых школьников и навученцев. Не забыть про рождество. Христианский мюзикл показали на сцене ГДУ имя Франциска Скорины. А зараз об этом меньшем больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу на протягу гэтага года урегулировать разногалоси с российским боком у пограничной сферы. Об гэтым ён заявил сёння на нараде по либерализации визового режима. Кіраўнік державы отзначил, что рациональные и цалкам зразумелые деяния Беларуси по либерализации визового режима для замежных громадян выкликают настороженность партнера по союзной державе. З лютого 2016 года российский бок без официального поведомления по начал ажыццяўляць паўнацэнны пашпартны контроль у адносінах да ўсіх асоб, якія перамяшчаюцца на аўтамабільным транспарце, а затым на авіа- і чыгуначным. Прэзідэнт звярнуў увагу, што ўраду, Міністэрству замежных справ і іншым зацікаўленым ведамствам неабходна самастойна вырашаць гэтае пытанне. Кіраўнік дзяржавы адзначыў непрымальнасць сітуацыі, калі паміж дзвюма брацкімі дзяржавамі і народамі зноў аднаўляецца мяжа, якую з цяжкасцю знялі больш як 20 гадоў. Міністэрства антыманапольнага регулявання і гандлю адкрыла телефонную лінію па пытаннях прымянення указа нумар 345 аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання. Гарачая лінія ў міністэрстве будзе дзейнічаць у працоўныя дні з 8 до 13 і з 14 до 17 гадзін. Нумар телефона плюс 375 17 200 92 02. Такім чынам спецыялісты змогуць даведацца, з якімі праблемамі сутыкаецца бізнес пры прымяненні нормаў указа. Акрамя таго, ведамства распрацоўвае метадычны дапаможнік, у якім простай і зразумелай мовай будуць апісаны ўсе этапы адкрыцця аб'екта гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання. Каля 90 беспрацоўных гамельчан сёлета змогуць атрымаць субсідыю на арганізацыю прадпрымальніцкай дзейнасці. Гэта каля 180 тысяч рублёў. Кожны з прэтэндэнтаў павінен абараніць перад камісіяй бізнес-план. Для тых, каму гэта неабходна, арганізуюць навучанне асновам прадпрымальніцкай дзейнасці. Традыцыйна папулярнасцю ў патэнцыяльных бізнесменаў карыстаюцца такія віды дзейнасці, як аддзелачныя работы, грузай пасажыраперавозкі, паслугі цырульні, рамонт і пашыў адзення. Сёлета з'явіліся і новыя віды дзейнасці – бухгалтарскі ўлік, кансультаванне па падаткаабкладанні, вытворчасць мэблі, дзённы догляд за дзецьмі і іншыя. Субсідыю таксама можна атрымаць на стварэнне сялянскай гаспадаркі, прыватнага унітарнага прадпрыемства, арганізацыю рамеснай дзейнасці альбо развіццё аграэкатурызму. Памер дапамогі вар'іруецца ад 11 до 20 бюджэтаў пражытачнага мінімуму. Медустановы Беларусі да 2021 года падключацца да адзінай інфармацыйнай сістэмы аховы здароўя. Плануецца стварэнне інфармацыйнага асяроддзя, частка якога стане інтэграваная электронная карта пацыента, яго асабісты інтэрнэт-кабінет і аўтаматызаванае працоўнае месца ўрача. Аб'яднаюць усе медыцынскія цэнтры і фармацэўтычныя сеткі, у тым ліку прыватныя. Дзякуючы гэтаму установы аховы здароўя змогуць абменьвацца вынікамі дыягнастычных даследаванняў. Выгадна гэта будзе ў першую чаргу пацыенту, паколькі не прыйдзецца праходзіць раней праведзеныя даследаванні. А ўрачу адзіная база дазволіць валодаць поўнай інфармацыяй пра пацыента. Такім чынам ён зможа больш аператыўна прымаць рашэнні ў крытычныя моманты. Праз паўгода ў Гомелі павінна завершыцца рэканструкцыя абласной дзіцячай бальніцы. Зараз тут пастаянна працуюць не менш як 500 будаўнікоў. Якія праблемы дазволіць вырашыць па сутнасці новая ўстанова? Пацікавіўся Алег Сінцероў. Сваю гісторыю гомельская дзіцячая бальніца адлічваецца 15 красавіка 1920-го. Тады яна называлася «Пятая савецкая імя Леніна» і знаходзілася на вуліцы Ветранай, цяпер гэта вуліца Гагарна. Непасрэдна ў гэты будынак установа пераехала ў 1960-м.
У середине 70-х до больницы добудовали еще один корпус. На той час это была сучасная медицинская установа, якая у 1974 году навод представляла дитячую систему охоты здоровья республики на выставе достижений народной господарки Советского Союза. Але за минулый час шмат чего изменилось от технологии оказания допомоги до потребований до медицинского обсталявания. Реконструкция установы началась у 2016-м. Дитячей больнице передали несколько будинков, где ранее находились иншие организации, а так само 2 гектары земли, на яких сегодня возводится 7-поверховый хирургический комплекс. Негледзячы на то, что выполнить все работы запланировано у 5 этапов, на справе подрядчики обещают завершить их практически одночасово до початку липня этого года. По этой причине зараз работы на объекте не спыняются ни на хвилину. На объекте ведется работа круглосуточно. Работает ежедневно более 500 человек. Работает у нас генподрядная организация «Строительный трест номер 14» и 15 субподрядных организаций, в том числе из города Минска есть работа. Заказчиком реконструкции областной дитячей больницы заявляется управление капитального будовництва облвыканкама, якое контролюет весь ход работ. Администрация медицинской установы уплывать на этот процесс не может, але сочить за им уважливо и постоянно. В уресте работать на этом объекте медикам, як чекается у соковику у новый комплекс, поставить сучасное медицинское обсталявание. С этой нагоды у будинку предугледжены специально технологичные проемы. После сдачи объекта в эксплуатацию сюда переведут все отделения дитячей больницы, которые пока находятся у разных кутках Гомеля. Это улучшает взаимодействие между службами, первое, и улучшает сам диагностический лечебный процесс. И концентрирует силы, и концентрирует прежде всего средства, то есть оборудование, оно будет в одном месте. Вот, мы будем оснащены высокотехнологичным оборудованием, которого вот для детей сейчас нет, там, допустим, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, современное рентгендиагностическое, ультразвуковое оборудование, эндоскопическое оборудование будет приобретаться. Это все будет вот этот центр клинический, детский, медицинский в одном месте. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Свежие суницы с градки, кветки у палисадниках и пупышки на древах. Студень 2018-го здивляет незвычайным для зимы надворьем и природными аномалиями. Наши корреспонденты доведались, коли можно чекать соправдных морозов со снегом. Доктор навук, профессор Олег Демиденко про сядибный участок трымая не первый год, але такого, кажа, не было николи. На градках з'явились суницы, причем не только кветки, але и ягоды. Правда, до приезда журналистов большая из них была съедена детьми. Але это сапраўды незвычайный факт. У студені у Гомеля выросли суницы у открытым грунте. На грядке неожиданно появилась целая плантация садовой земляники. К сожалению, сейчас не так много ягод осталось уже, но тем не менее эта плантация была в полном объеме. И, может быть, не так уж и странной теперь покажется сказка о злой мачехе и ее пачерице, которая была отправлена в лес в феврале месяце за цветами. Протягло теплое надворье примусило рослины порушить все законы природы. Календула, якую еще называют нагадками, отдае перевагу открытым местам, где шмат светла. И хоть кветки явно реагуют на ночные морозы, у день они знову радуют господару. Збирается заквітнець и вось гэты молодый куст безу, калі мерковать по зеленых пупышках. Такі ж колер, дарэчы, зараз мае нават мінулагодняя трава. Колькі дзён яшчэ будуць працягвацца гэтыя прыродныя анамаліі, сказаць цяжка. Ва ўсялякім выпадку пад снежным покрывам ягады і кветкі ў бліжэйшы час не апынуцца. Калі меркаваць па інфармацыі спецыялістаў абласнога гідрамедыяцэнтра, найбольшай пагрозай для раслін, якія пераблыталі зіму з вясною, стануць замаразкі, асабліва начныя. Разам з тым, казаць, што ўсе гэтыя расліны загінуць, нельга. Аднак у пладовых культур можа знізіцца ўраджайнасць, а кветак бэзу ўвесну будзе менш, чым звычайна. Ацаніць сітуацыю можна будзе толькі праз некалькі месяцаў, а пакуль трэба рыхтавацца да хоць і невялікіх, але ўсё ж такі маразоў. Рост атмосферного давления продолжится до конца недели и начала следующей недели. То есть это означает, что существенных осадков не ожидается, установление снежного покрова тоже маловероятно, а температурный фон будет понижаться. Ну, основной фон, ну, понижение будет постепенно происходить. Основной температурный фон ночью от минус 5 до минус 10, но при прояснениях и в зависимости от рельефа местности местами возможно понижение до минус 12 и минус 15 градусов. Основной фон дневных температур минус 2, минус 8.
В дальнейшем это ориентировочно середина следующей недели. Ситуация поменяется в связи с выносом более теплых и влажных воздушных масс с юго-запада Европы. То есть это означает, что начнется выпадение осадков. Сначала небольших осадков, но вот к концу недели и к крещению, возможно, все-таки мы дождемся снега. Температура в основном ночью это будет до минус 5 градусов, может быть, минус 4, то есть слабоотрицательная температура, а днем около нуля. Юбилейный 15-й конкурс науково-технічної творчості «Техноінтелект» знову собрав у Гомелі талановитих школьників і навученців. Перший городський етап відбувся у ГДУ ім'я Франциска Скорини. Сьогодні удільникам треба було витримати екзамен і вирішити задачі, складені педагогами фізичного факультету. Завтра вони представлять свої наукові розпрацовки на практиці. З юними талентами зустрілися наші кореспонденти. 80 юных моделистов, программистов и конструкторов подали заявки на удел в городском этапе конкурсу «Техноинтеллект». У жюри – кандидаты наук, доценты и профессоры, выкладчики ГДУ имя Франциска Скорины. Шляхом жорсткого отбору яны отсеять больше, як половы удельников. Каля 20 лепших отрымают путевку в областный этап. Ён отбудется у початку лютого. У борьбе за выход у финал конкурсантам треба провести теоретичный экзамен и практичное споборництво. Я считаю, что этот конкурс дает более какое-то развитие для человека и подвигать его на более лучшие цели в жизни. Из-за этого он может создавать в сфере робототехники какие-то устройства, роботы, делать какое-то будущее. Я сейчас учусь на техник-технолог. В будущем, я думаю, этот конкурс поможет мне определиться с моей профессией. Акрамя профориентационной работы, у лику задач конкурсу пошук молодых талентов. Имены наимацнейших уносят в специальную базу одоранных детей. За 15 годов основания техноинтеллекту их выявлено немало. Зараз самые первые удельники – поспяховые специалисты. Мы видим, что интерес у учащихся вызывает все больше и больше. То есть количество участников возрастает, так как задания, в принципе, у нас усложняются. И основная задача данного конкурса – это привлечение к научной и исследовательской работе нашего будущего поколения. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Нашумілий колядний мюзикл, прем'єра якого відбулася у минулому році, знову показали гомельському глядачу. Нагадаємо, першу спробу підрихтувати незвичайний спектакль зробила у 2017-му молодіжна група Преображенського храму міста Гомеля «Фаворовці». Тоді глядачі побачили історію Віри, дівчини, яка є єдина во всім світі, заховала пам'ять об рождстві. По класиці жанру за її душу змагалися сили добра і зла. Спектаклі, які представили юні артисти сьоліта, заховав основную сюжетную линию, головных героев и назву «Не забыть про рождество». Премьера обновленной постановки отбылась у ГДУ имя Франциска Скорины. На этот раз актеров стало нашмат больше. До фаворовцев долучились скауты и студенты. Пополнилась и колькость музычных номеров. Глядача знов чекала встреча с Верой и супротлеглыми силами. Цікавость до истории подогревали элементы мюзикла, танцы и кавер-версии сусветных хитов. Знаете, хотелось бы отметить то, что церковь – это не такой зашкарублый какой-то организм, где приходят только лбами бьются об землю. А церковь – это общество. И общество молодое, потому что у нас 50% или 60% приходит молодежи. И праздники – это не только то, что мы должны стоять, молиться, а мы должны и радоваться жизни в эти праздники. Поэтому вот проходят такие мероприятия, как сегодня мюзикл проходит, чтобы мы вспомнили еще немножко и о духовном в мирском понимании. Гэты, а так само іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры «Дэ-факта» і спартыўны агляд. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры. Информационно-правовой выпуск «Де-факто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Паводковая обстановка в Гомельской области осложнилась подтоплением придомовых территорий в Добруше. Водами реки Харапуть подтоплены три частных подворья по улице Пролетарской. Большая вода пришла в хозяйственные постройки и скопилась под полами жилых домов. Глубина подтопления колеблется от 10 до 25 сантиметров. На пострадавшей от зимнего паводка территории проживает 6 человек. Эвакуация населения и домашних животных на данный момент не требуется. Поднялся уровень воды до 200 сантиметров и, естественно, что пошло подтопление людских подворий. Ситуация
стабильная в настоящее время, уровень воды не поднимается. Силы и средства до Добрыжского гарнизона готовы в любое время суток выехать для оказания помощи населению. Добрыжский район стал четвертым административным районом Гомельщины, в котором зафиксированы подтопления паводками и водами. Ситуация в Петриковском, Житковичском и Рогачевском районах по уровню воды в реках Псич, Случ и Друдь сейчас стабильная. Наблюдается снижение уровня воды. Сейчас самый высокий, по информации Мозырьского межрайонного центра гидрометеорологии, уровень в реке Псич 362 сантиметра в районе деревни Первая Слободка. В преддверии ожидания паводковых вод мы работаем здесь совместно со всеми нашими коллегами из Украины, страной, и отслеживаем и российскую сторону. Граждане могут не волноваться, как показывали и те паводки, которые были на территории нашей области. Все службы сработали, соответствующая помощь по минимизации последствий была оказана. Накануне вечером в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Под колесами троллейбуса погиб пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Инцидент произошел на улице Полесская. Троллейбус двигался со стороны Кирова в направлении улицы Шевченко. 58-летний мужчина переходил улицу в непредусмотренном для этого месте слева направо по ходу движения общественного транспорта. По факту происшествия управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Установлено, что водитель КУП «Горэлектротранспорт» примерно в 19 часов 40 минут, управляя троллейбусом номер 10 по улице Полесской, совершил наезд на пешехода, который вне установленном месте переходил проезжую часть. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Планируется проведение следственного эксперимента. В управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области также продолжается проверка по факту травмирования в цирке воздушной гимнастки из России. Девушка находится на лечении в Гомельской областной клинической больнице. Накануне ее состояние стабилизировалось, и пациентку перевели в нейрохирургическое отделение. Как сообщил заведующий отделением Гомельской областной клинической больницы, сейчас артистка цирка находится в сознании. Девушка не получила переломов и травм внутренних органов, но есть черепно-мозговая травма. Оперативное вмешательство не понадобилось. Пока о переводе пациентки из Гомеля в другую клинику речь не идет. Еще как минимум 10 дней воздушная гимнастка будет находиться на лечении в нейрохирургическом отделении. Мы пока не рискуем переводить ее куда-то, потому что в настоящий момент, в то время, когда она находилась в отделении реанимации, еще была угроза жизни. Угроза жизни, и сейчас мы, когда будем уверены, что с ней будет окончательно все нормально, тогда будет вопрос ставиться о переводе куда-то по месту жительства. Такого обзор происшествий к этому часу. Я, Руслан Габрилев, благодарю вас за внимание. Эфир продолжит спортивное обозрение. До свидания и берегите себя. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси по мини-футболу улетает в Иран, где проведет два товарищеских матча с национальной командой этой страны. Игры состоятся 14 и 15 января. На выезд отправятся 15 футболистов. Среди них и три игрока гомельской команды ВРЗ. Это Антон Матвиенко, Владислав Селюк и Евгений Чернейко. На уровне национальных сборных команды Беларуси и Ирана соперничали всего лишь однажды. Произошло это более 20 лет назад, 20 февраля 1995 года в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках международного турнира. В финальном поединке победила азиатская сборная 2-1. Отмечу, что команда Ирана – десятикратный чемпион Азии. Хоккейный клуб «Гомель» сегодня проводит очередной поединок чемпионата Беларуси в экстралиге. Играют «Рыси» дома, соперник – солигорский «Шахтер». Напомню, что два дня назад горняки гостили в Жлобине, где в непростом поединке одолели местный «Металлург». «Шахтер» сейчас занимает второе место в турнирной таблице. «Гомель» находится на строку ниже. «Гомель-2» сыграл два товарищеских матча с одним из лидеров чемпионата молодежной хоккейной лиги. Московский «Спартак» проводил в нашем областном центре учебно-тренировочный сбор. В первой игре, которая состоялась накануне на малой арене Ледового дворца, хозяева уступили со счетом 1-5. Сегодня поединок команд не был завершен. Чуть меньше, чем за 3,5 минуты до финальной сирены при счете 2-2 московская команда по причине недовольства судейством покинула лед. Отмечу, что после первого этапа чемпионата МХЛ «Спартак» занимает вторую строку в турнирной таблице. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».